Всем доброго времени суток. Мы продолжаем прохождение игры Санитары подземелий. Исцеление Мамбаса. Отправляемся в хрен пойми куда. Так, ты можешь эту штуку сожрать? Нет. Ты вот эту. Ага, ты эту не можешь. Ты вот эту можешь? Тоже нет. Ну, в таком случае, что? Где вы, пацаны? Ну, давай вот так вот. Махнись, не глядя. Потому что вот эту штуку может сожрать угрюмый. Оп. И, соответственно, в обратную сторону, если мы вот так вместо Крюгера выберем кабана, мы сможем сделать вот так. Так, угрюмый. Так, а он уже сожрал все, что мог, да? Ну окей, давай отдадим Крюгеру. И теперь Крюгер. Вот. Так, ну чё, я даже не знаю. Оп. 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 И давайте вот так еще. Так. Заряжаем. Всё, да? Но на самом деле мне не нужно вот так. Мне нужно вот так вот. Ну как-то вот, что ли, Кройц Вайсбрук ждет. С городом этим просто целое. На западе от нас крепость, о которой я говорил. Там, скорее всего, сидит наш демон. Без демона дальше не пойдем. Связана куча глюков с вот этим городом. Как больно. Ну и че висим? Кого высматриваем? Не ходи туда. Крепость в осаде, обезьяны взбеленились. Сними меня, комрад. Хочу помереть, как белый человек. Будет еще больнее, мужик. Крепись, как только можешь, и не ори. Хайль Рейх! Ну, Хайль так Хайль. Так, а почему... А... Слобный нигер. Ребята, а чё? Почему не в руках-то оружие? Что за хрень? Не понял я вас. Так, и вот этот красный, да? А это кто вообще, бля, и где? Да вот этот местный? Пошёл он в жопу, местный. Так, ладно. Крюгер, тогда делаешь вот таким вот образом. Тут самого первого берешь, да? Бану вот этого, Грюмы этого, Крюгер вот этого. Бля, чувствую, это сейчас будет херня полная. Так, еще Крюгеру я дал. Крюгер, тогда вот этого убиваешь, злобного нигера, а мы отбежим. Де-де-де-де-де, пацаны, а он же в этой херовине. Вы же так его не убьете, это ж по ногам стрелять надо. Так, короче. Ты в чем? Ты галопуз? Так, галопуз ему в пузо. Этого добрали. Ты вот в этого. Ну, а Крюгер, естественно. Вот вы этого. Так, вот тебе точно прицельная стрельба на таком расстоянии нахер не нужна. Да и тебе тоже. Бля, угрюмый, только по кабану не попади. То от тебя урона будет больше, блядь, чем от этой всей злобной нигерской компашки. Ой, подожди, подожди, вот сюда вот. Нормально все, нет? Мальчики. Перезагружаем.
Так, и я хочу, чтобы у вас здесь тоже все было хорошо. Окей, ладно. Так, так. Пока ставим прицельную стрельбу. Что-то мне так кажется, что... Вау, еще и винтовку поремать надо. Так, давайте-ка сохранимся. Так, чё, ребят? Метательные ножи, кувалды, как? Враг думал, это пик. А снайпер снес ему мозги на бикве. А, карандаш-то заберем, пожалуй. Что, кстати, у нигера в кармашке? Ох, мать моя, вот это хорошо. Вот это прямо аж сердце радуется. Остальное нахер. Так, ну пока вот так вот. И бычок тоже вытащим. Чтобы, если что, вдруг здесь рядом какая-нибудь комбинация с торговцем. Вон. Есть же торговец. Злобные нигеры. Ладно. Давай, Крюгер. Я верю, ты все сможешь. Все правильно сделаешь. Вот, вот эту штуку. Сейчас еще и ее тоже заремаем. Но не прям сейчас. О, нормальдос. Броники поперли. Угу. Ну, как бы, окей. Делаем вот так. Это, видимо, предводитель команчей, бля. Так, мы эту хрень заберем. Так, что, ну... Восприятие, здоровье, интеллект. Ну, сразу жахнуть, наверное, да? Так, погодь. Вот. Плюс сразу отдать сюда. Уходя, гасим всех. Погодь, гасим всех. Сейчас всех погасим. Тебе акселератор. Так. Оп. И поделись с кабаном. Кабан. Тоже акселератор жахнет. Так, ну что, продолжаем, да? Воспевать славные подвиги наших мальчуганов. Рейтерский. Обрез друг. Ну, обрез друг заберем, на всякий случай. Ага, только теперь у нас бегает кабан. Ну, ладно, хрен с ним, пусть бегает. Метательный нож, тесак, кувалды, трифонич. Это нафиг не нужно. Ну, а вот это, кстати, приятно, ребят. И даже вот это я заберу. Каска. Башмаки, правда, херовые. О, арийская касочка. Уклонение от крита, плюс 5. А у нас что? 5 плюс 3. Здесь 6. Базар без. Берем арийскую каску. Ё-моё, военный. Так. Кипончики ваши нафиг не нужны. Так, еще раз сохраняемся, да, походу, если... Так, а что-то походу у нас... Капут вам, косоглазые. Нас кто-то видит. Крюгер, короче, херовина такая. Сюда. Грымы. Сюда. Ну, кабан. Кабан пока так. Ну, пока нормально. Так, что-то прилетит что-нибудь. Уже летит, да? Кабан, а давай как-нибудь. Кто там у нас? У этого местного, что ли, шандерахни. Так, убегай. Так, а вот кабан-то не надо стрелять. И без вот так вот. Нравится тебе такое, пёс? Грымы.
гей? Ну, по-моему, вроде как неплохо получилось. Так, мальчуки, ну что там у нас? Заряжаемся. Я не понял, что с зарядкой? Вот другое дело. Окей, ладно. Хорошо. Так, давайте-ка отремонтируемся. Сначала полдела. Конец всему голова. Так, сохраняемся. Так, и что тут у нас за точка, тесак, дробовик? Крюгер, ты видишь? Дробовики лежат бесхозные. Ну, правда, остальное вообще полная порожня. Так, это местный. Ну, я даже не знаю. Давайте все выкинем. Ладно, черт с тобой. Ничего такого нету, да? А что, и китаёзы, что ли, здесь? Юперный театр, а вы-то что? Уроды, блин. Обалдели совсем. Так, тут у тебя что, тесак, сюрикен. Ладно, фигня. Ну, эту пугань сюда скидываем. Я так понял, пацаны грибов обожрались. И вот. Ну, ладно. Так, что еще? Это единственное средство достижения победы в бою. Ну, ладно, окей, хорошо. Да пошло на все. Не, ну, ладно, что с тобой возьмем. Так, и что, и вот этот еще, да? Так, и тут еще, да? Так, ребята, сохраняемся еще разок. Да, поверх. Все бежим сюда. Так, что там? Давай местного зачекаем. Ужайтесь, негативчики. Юперный театр. Еще и белый, бля, с ними, а? За компанию. Вот козел. Ну, эту хрен снимем. Так, стоять. Значит, что, пацаны? Ну, Крюгер, очевидно, исходную здесь занимает. Угрюмый. Сюда. Кабан. Сюда. Оп, побежали. Так, охранники еще решили вмешаться. Угрюмый, ну чё стоим, кого ждём-то? Давай по вот этому замыхай. Крюгер, надо бежать. Крюгера было на агрессии, но всех остальных нет. Так, мальчуки, короче, то я чувствую, сейчас это будет слегка проблематично. Так, давай вот так вот. Это поможет тебе избегать ранений. Не
Зря я всякую погонь вот эту поднял. Так. Ну и чё? Наверное, вот так вот. Значит, следующим образом. Местные, смотрящие. На местных хрен забить. Так. Кабан. Скоростное продвижение. Ты в чем ты тут стоишь? Угу. Ну давай вот так вот. Этому по ногам. Крюгер тут в упор стрелять, это пофигу. Так, смотрящему тоже по ногам. И, пожалуйста, угрюмый, сделай красиво. Ну, наверное, тоже вот так вот. Пятки отстреливаем. Сдохни, мразь. Так, понятно. Можно теперь по этому местному жахнуть. Конечно, беспредел. Кабан. Я бы предложил все-таки дальше по ногам стрелять. Ёперный театр. Так. Угу. Крюгер, ну зачем ты выронил ружбайку? И кирасу еще. Ну конечно, ядрит Мадрид, ага. Стой, мать твою, за ногу. Сожри вот эту штуку. Ага, ты еще и не можешь. Ты еще не можешь эту хрень взять. Ну вообще просто сказочно. Так, пацаны, быстро. Спасаем. Я так понимаю, по ногам надо долбить. Крюгер, да хорош к смерти готовиться рано еще, ёпты. Я не давал такой команды готовиться к смерти. Так, угрюмый, аккуратно. Давай-ка, тут уже прицельно, но. Так, короче, это все, конечно, хорошо. Давай ремонтируем все и отдыхаем до выздоровления. Так, все. Так, 50. Давай, заряжай. Так, заряжай. Черт его знает, что там еще понадобится. Заряжай. Так, ладно, чё, мальчишки отстрелялись. Ну да, на что-то хватило тут зарематься, на что-то нет. Так, сохраняемся еще. Ну что, продолжаем. Кто у нас? У нас голова у солдата, чтобы думать, а мозги, чтобы соображать. Крюгер, аккуратненько. Все понятно. Ага, этих херобобин нельзя переодеть. Он сам так огребал, нифига себе. Ну давай, бегом ходи, военный. Бегом. Так. Да блин. Нахрен мне ваша эта фигня? Вместе с вот этой фигней. Так, что тут у нас? Я не
не могу. А, ну да, это ж драный смотрящий. Только я хотел касочку от него. Понимаешь? Капут вам, косоглазые. Юперный театр. Ну и откуда бегут мальчуки? Местный? Это он, да? Ну, там дальше еще кто-то бежит. Ну ладно, сейчас посмотрим. Я предлагаю не давать им близко подходить. Чуки. Бля. Какая ж сволота там кидает-то в меня гранату? Уже ж козлина, а? Кто бежит-то? Вот это что ли? Все, инцидент исчерпан. Достало все это. Ладно, все фигня. Так, я хотел бы все-таки. Пацаны, заряжай. Так, Крюгер. Че, у этого не все же забрал, да? Вот. Уже лучше. Так, че? Вот и хрень. Пистолет-сторож. Дробовик-людоед. Подожди, дробовик-людоед, ел. Так, ладно, этого потом другой разукомплектует. У этого что есть? Патрошики. Эту хрень сюда. Картоху отдай. Водяру заберем, пожалуй. Да и это сюда влезет. Ежели чего. Так, ладно, это все понятно, конечно. Но, похоже, дальше кабан. Хорошо, эти уроды не собирают там. Мелочь по карманам не тырят. Так, все остальное скинуть. Так, что тут еще? Дробовик, хищник. Хышник. Ну, со смотрящего хрена я что подниму, кроме пистолета разве что, да? Ну, это я даже не знаю. Ну, так, нельзя переодеть, блин, смотрящего. Надо было взрывать его, наверное. Ладно, хрен с ним. О, ПП-шквал. Вон оно что. Вот кто нас долбил-то от души.
Местные какие-то непростые ребята, бля. Со шквалами гонзают. Китайские ублюдки, а. Вот же ж слово-то. Я думал, это пень, а снайпер снес ему мозги на бигвень. Слышь, Крюгер, ты там аккуратней. Ты уже столько критов сегодня нахавал, что просто пипец. Так, чё, мальчуки, кто еще у нас? Не... А, ну вот еще, да, целая куча добряков лежит. Беги, беги, брат, беги. Сейчас все это продадим, бля. Оп, оп. Пусть валяется. Сюрикен, лопата, китайские шляпы. Все дела. Так, Грымый, бежишь сюда, вдруг на них там где-то бронька есть. Поднять-то надо. Так, ну окей, ладно. Угрюмый может вообще все подряд собирать. Пока суть до дела. Их там вроде немного осталось, да? Точно граната легла. Так, 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 а вот это хорошо. Домкрат нам понадобится. Домкрат, блин, Крюгера даже не спасает ни хрена. То есть, если в того попадают, то это все. Это просто пипец. Лебедимба полная. Так, ладно, чё, сохраняемся. И где у нас тут военные? Беги сюда. Давай-ка сделаем вот так. Оп. Оп. Это что под... Понятно. Калибры там все. Так, одни штаны надо будет захерачить. Вот они целые, да? Для нашего пацана. Так. Кольчуги и прочее. Ух ты ж, мать моя женщина. Дарт Вейдер. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Давайте кольчуги продадим. Это что? Бронежилет легкий. Туда же, туда же, туда же. 54 тысячи шквал, 13-21. Блин. Ладно, со шквалом потом разберемся. Я думаю, что один пока оставлю, но всякий пожарный. Так, что тут у нас? Вот эта хрень, да? Дробовик и вот эти патроны, и вот эту херовину. Бешеный бык туда же. Так, что с каской? Так, модифицированный вариант оставим. 106 тысяч. Нормально. О, сейчас эти... Все ништяки, все тапочки, тут, я не знаю, ножички. Всякую хренобобину. Чёрт, морковку тебе даже продам. С вот этим совсем. Оп. Так, ну и... Кольчужка хорошая. Ну, подожди, вот это продадим. Вот это, вот это. Это обычные железные пластины. Ядер, противоядие. Водяру. Так, понятно. Ну-ка. Хе-хе-хе. Военный. Смотри, как я придумал. Так, бухлишко тоже продадим. Ну, вроде вот как-то так, да? Че тут у нас? Дарт Вейдер. Броня 9. Ну, я даже не знаю, имеет смысл, наверное, взять-то. Отношение плюс 1, а это че? Уклонение от крита плюс 5. А у этого плюс 20. Конечно, надо брать. 28 тысяч всего. Во.
на человека стал похож. Ничего не знаю. Оп. Ну вот эту еще проапгрейдим, а эту фигню продадим. Так, у тебя тоже же пехотная, да? Оп. Нормальдос. Так, что мы можем еще купить? Ё-моё. Эйрийский китель. Эйрийский китель. Галифе. Штаны эйрийские. Фуражка эйрийская. Ну ладно, хрен с ним. Так, вроде как нормально. Так, ну пока, значит, кабан там стоит. Чё, ништяки собираем? Ребята, чувствую, сейчас вы проклянете все. Я буду собирать ништяки долго, обстоятельно. Продавать абсолютно все. Ну а что, ну мы потратились же. Поэтому собираем вот. Мысли, на что тут не хватает. Ну, давайте вот так сделаем. Ничего не знаю, должно места хватать. Мне ж гвердь должно хватать. Все, верим. Вот так вот. Ладно, окей. Жены бежит за остальным. Собирает. Сейчас все соберем, все продадим, все ништяк будет. Еще бы до крепости добраться каким-нибудь хреном. Крепость вот рядом тут. А мы все никак дойти не можем. А потому что вот. Жопошники мы вот такие. Вот такая вот жадная жопа. Все, все собрать, ничего не оставить. Это не РПГшка, это, ребят, симулятор, я не знаю, не Плюшкин, конечно. Чего уж Плюшкина-то обижать-то, Плюшкин-то. Но, короче, удовольствие то еще. Так, давай, я знаю, ты сможешь. Все, поехали, Сай, забираем. И эту хрень тоже забираем. Все, ну, вот, видал, вот, вот так вот. Метательный нож забери, тоже можно, да. Лопата, ковбойки, сейчас все заберем. Еще ничего не забираем. Ну ладно. Так, а мы же торговцы. Ну смотрите, все ништяк. Ну и понеслось, тапочки. Головные уборы. Наркотические вещества. Так, уч. Еще тапочки, еще. Да блин, тесаки. Цацкие, негрильские. Все, все, хорошо. Так, понеслось дальше. Оп, оп. Стоять. Кепки всякие. Так, что это за каска? Эйрийская, пока оставим. Да хотя, в принципе, нахрен нам нужна эйрийская каска. Туда же. Что, башмаки-то влезут? Нет, не влазят. Оп. Ну, вроде все. Ничего тут лишнего не продали. Да вроде нет. Так, а мы продолжаем собирать все, что плохо лежит. И даже то, что хорошо лежит, собираем. Крюгер, а что, как ты сюрикен-то пропустил? Охренел, что ли? Так, Грымай, что тут? Вот сюда бежишь.
Крюгер туда, угрюмый туда, все ништяк. Вроде как-то так. Все, забрали. Сюрикен, китайскую шляпу с сюрикеном забери. Лопату поднял. Не влазит, все влазит. Ну что, поехали. Так, угрюмые. Все ништяки. Жалко, тут ремонтного ящичка нету. Можно было это всю фигню вот эту еще и отремить, прежде чем продавать. Ач. Вот. Все, да? Ладно. Это и это. Ну, как-то вот так. А точно у него ремонтного ящика нету, да? Нету. Черт. Вот теперь сохраняемся. И да, здесь дохренище квестовых персонажей, поэтому вот. Сюда идем, что ли? Да, походу нам вот сюда надо куда-то. Торговцы. Луяпта. Ёпти. Диоксин. Либо. Тоже какие-то торговцы. Тут какая-то хрень. Бойцы стоят. Связной. Нормально, связной, блин. Так, ну чё, мальчуки, в крепость? Так, открыт на карте центральный район. Ну, давайте посмотрим. Вот это что ли? Давайте сюда зайдем. Только для белых. Товар, однако, есть. Пусти торговать, господина. Читать умеешь, гамадрил? Специально для тебя написано. Ну, видимо, как-то вот так надо будет. Нужно ли нам говорить с ирийским караульным?
Чем могу быть полезен? Расскажи мне про Кройцвайсбрук. Я не экскурсовод, спроси у жителей города, тут много словоохотливых. Проходи. Понял, пройти. Эрийский караульный смотрит на тебя с восхищением. Молодец, комрад, здорово воюешь, такие бойцы нам нужны, рады видеть. Что привело? Имею важную информацию для руководства. Предъявить записную книжку, выданную Легбей Джуниором. Свен! Свен! Отведи парня к Кайсману, это по его части. Есть! Кайсману посетитель! Проходи. Вам неизвестный, герр Айсман. Говорит, что у него есть ваша информация. Хорошо, Свен. Я тебя позову. Перед тобой лысеющий ариец средних лет. Он глядит на тебя, не мигая. Имя? Кабан. Цель прибытия? Пришел вот книжечку вам передать. Негры из Момбасы говорят, что владелец книжечки где-то у них томится. Рассказать всю историю про Легбу-младшего, Легбу-старшего, Чаку, его заплеванного страусами брата, будильники, чущего, напеть про пять негр, рассказать о том, что шаман Момбасы хочет обменять одного арийца на два будильника. Подзывает охранника, что-то шепчет ему на ухо, охранник уходит и возвращается с двумя будильниками. Город находится в осаде, поэтому я не могу снабдить тебя конвоем, но лицо твое мы хорошо помним, и если окажется, что ты нас обманул, состариться тебе не суждено, будь уверен. Забирает книжку, отдает будильники. Надо бы для начала демона отыскать и выручить, если мы впрямь тут. Ну и да, ребят, действительно, нам надо отыскать демона и выручить, если он и впрямь тут. Так, насколько я понимаю, выходим сюда. Карл Остер. Давайте с Карлом поговорим. Перед тобой маленький, худой, сгорбленный арийский тюремщик средних лет с пронзительным взглядом. Кому идешь? Человек по кличке Демон здесь находится. Есть такой, приговорен к расстрелу за воровство и побег, а также за крамолу и оскорбление морально-идейных устоев города. Ждет своего часа. Как к нему попасть? 5 минут, 100 монет. Передачи запрещены, пронос оружия запрещен. Заходит один. Заплатить 100 монет. Прошу, 5-минутное свидание с Демоном. Забирает, пересчитывает деньги. Проходи, учитываясь, за тобой будут следить. Пройти. По-моему, он в яйцах потеребил. Вот это да, братан! Перед тобой демон! Каким ты давно его знаешь? Высокий, крепкий, с бешеным взглядом и резкими движениями. Сейчас он зверски ревет на всю тюрьму и трясет прутья, бурно радуясь твоему внезапному появлению. Кабан, кабан, наконец-то, блин! Где тебя мотало? С меня тут уже почти голову сняли. Выручай, елы-палы! Крепко обнявшись через решетку. Да поди ты теперь пойми, как тебя выручать. Наломал ты дров, демон! Наклоняется к тебе, шепчет на ухо. Я пока сидел и изобрел отличный способ для побега, но мне понадобится помощник снаружи. Что за способ? Наклоняется еще ниже, шепчет заговорчески. Надо, чтобы ты ночью потихоньку вырезал всю охрану. Я убегу. Толково придумано. А других вариантов нет? Смеется. Пошутил я, снова шепчет. В общем, гляди, если сможешь заслать мне священника с балахоном на башке, мол, для исповеди перед смертью лютой, я, возможно, сумею отсюда вылезти. Реально такое сделать? Видел ли ты в этом городе подходящих попов, демон? В этом пока нет. Арийцы, народ страны, никаких попов не держат. Надо где-нибудь еще порыскать. Скорее всего, в северном городе есть. Я там бывал, видел. Даже познакомился с каким-то батюшкой Евлампием. Он меня очень хотел в свою веру обратить. Долго мы с ним беседовали, а потом он заплакал и убежал. Хе-хе. Можно к нему обратиться. Он во имя богоугодного дела на все пойдет. Развести руками. Ну, сделаю, что смогу, блин. Ты уж тут не падай духом, держись. Жмет тебе руку. Выход. Так, ну что, ребят, батюшку Евлампия-то мы найдем. Это вопросов ноль.
Дальше нам нужно было сюда, мастер Дандоу из южного города, раз уж мы здесь, да, и восточный район мы туда пока попасть не можем. Так, давайте аккуратненько, в лишнее не вплетаясь по ходу пьесы. Так, еще раз сохраняемся. Так, ну давайте, наверное, 27 сделаем, да, 27, и вот здесь мастер Дандоу. Так, лишь бы ты не барагозил, мастер, а то головенку придется снимать, ёл. Да, и сегодня серия, к сожалению, будет короткая, ребят. Ну вот, попробуем демона освободить, и программа минимум освобождения демона. Если попутно что-то выполнится, хорошо, проваливай отсюда. Пара вопросов к тебе есть. Кузнеца из желтой деревни, знаешь? Этот мастер известен всем, кто считает себя мастером владения холодным оружием. Говорят, ты пытался заказать у него катану, а он тебе отказал, это так? Да, так, моя не смог найти общий язык с этот человек. Если ты по поводу того, что у него пала-пала кувалда, так я ее не брать. Моя теперь уважать этот мастер, хоть и не иметь пример его работа. А вот он считает, что ты мог это сделать. Моя сказать свои слова, твоя или уходить, или драться со мной, чтобы я доказать тебе своя плавота. Ну, давай подеремся, заодно карман пройдет. Бляха-муха, ну, во-первых, он сразу сказал про катану, значит, у него. Так, а что сделать, если я тебе пока поверю покеда? Ой. Короче, ну, подраться-то мы успеем, давай сделаем вот так. А теперь вот так. Катана есть, гранаты есть. Автомат живодер есть, деньги есть. И чё? Я бы вообще их всех троих завалил, чтобы меньше квестовых персонажей было. Ну-ка, подожди, а можно вот так сделать сохраненочку на 6А? Китайский меч в руки. И с мастером проваливает отсюда выход. Да ты охренел, товарищ. Не нравится тебе такое, пес? Вот что-то не нравится мне такое. Вчера ты тут барагозишь, еб. И потом у тебя хорошая тужурка. Ну и штанцы тоже ничего. А, ну конечно. Штаны так с тебя не снимешь, да? Штаны и башмаки. А еще я не удивлюсь, если вот это твой дом, и в нем будет лежать что-нибудь. Нет? Короче, сдается мне, что я опять что-то напортачил, а? Да фиг ли там, а? Что ж такое-то? Ну, он единственный, короче, кто запалился по поводу молотка, походу. Не, ребят, короче, не надо. Давайте сделаем так. Мастер Дандо перед разговором. Все. Нихера не так. Еще разок. И загружаем тогда перед разговором с демоном. Вот так вот. С демоном сейчас перетрем. Так. Все. Еще разок на карту. Добегаем до мастера. Я не знаю, сразу ему рыло бить или потом. Вот. Предлагаю, конечно, потом, но давайте сделаем таким образом. Раз уж мы со всеми тремя переговорили, никто не раскололся, вернемся в деревеньку, узнаем, что да как. Может, что-нибудь прояснится. А то мы сразу радикальные меры принимаем, и черт его знает. Оно, конечно, работает, но только один раз и только в одну сторону. Но потом мы же знаем, что у парня тут много хороших, нужных нам вещей. Вот. А так, ну и карты, ребят, все, валим отсюда потихонечку. Мамбаса же, да? Нет? Подождите, а где? Все. Вот здесь, да? Да. Кувалда со смещенным центром тяжести. Сюда идем. И че, ну перетрем сейчас мы с этим типком. Вот он, да? Давай бежим сюда.
Что-то он нам скажет, походу. Гейша. Вау. Гейша прямо. Серьезно? Как ты выглядишь, гейша? Ну, для 2006 года, ну, хотя бы на бабу похоже. И то хорошо. Вот. Ничего. Так, кузнец, здорово. Где моя кувалда? Ищу пока. Да вы издеваетесь. Чё за хрень, а? Почему? Может, у кузнеца надо там что-нибудь украсть? Кстати, а может, у него ключ есть? Раз нам нужен специальный ключ. Ну, конечно, можно вальнуть всех троих. Вот. Я бы даже вот так сделал. О, катана 12 тысяч, я ее спер. Но это-то я не сопру нифига. Ну а ключ это хорошо. Давай-ка вот так. Может, он у тебя там лежит, там прям в сундуке, и ты, блин, мне мозг ковыряешь тут. Ну конечно же, ёпа-мать, вот она, кувалда со смещенным центром тяжести. Сейчас бы убил всех к чертовой матери. И где моя кувалда? Отдать кувалду. Теперь моя готова сделать улучшены для твоя катана. Катана одлзен быть в твой рюкзак. Ти много сделать для меня, поэтому моя сделать твоя бесплатно. Отдать катану кузнецу. Ну и чё? Модифицированный вариант с шансом крита, атака плюс 15% отношению. Вау. 23.57. По-моему, это даже лучшая катана получилась, чем тот китайский меч священный. Да. Там была что-то 20.45, а это 23.57. Ну, вполне себе катанку оттопырили. Так, ну чё, а квест мы здесь все выполнили. И, ребят, возвращаемся в город. Короче, блин, а где ж порнушные рисунки-то? По-моему, где-то в Пампасово было, что ли. Ну, я чё-то нифига не... Надо там еще пробежаться, зачекать все вообще вещи, что там можно. Так, ну раз мы все равно все продаем. А, да. Бежим вот сюда. Если у него здесь ремонтный ящик. Крюгеру бы ремонтный ящичек пиндюрить. Кстати, вот в этом шлеме можно наезды же делать. Без маски даже. Так, ну мы хрень продаем. Так. О, два будильника, слушайте, вообще ништяк, ирийская каска. Так, что тут у нас? Вот эту хрень, вот эту. Ну, черт его знает, вот это я что-то как-то пока не хочу продавать, а. Вампир 15-25, а это 13-27. Да не, лучше вампира взять тогда, если что, еще одного. Так что нет, это продаем. Короче, вот так продаем. Надо ключик туда скинуть, да? Продаем. А, ну и каску. Штаны надо модифицировать, каску. Все дела. Так, кстати, что там у тебя? Нет, ящика нету. Значит, у Марты, да? Бежим к Марте. Ясно. Давай перетрем Марту. Тут уже можно просто выносить смотрящих и зачистку делать. Всего города, прям по районам. Оставлять только торговцев нахер и все. Ну, такой вот сказочный вариант. Мальчик в канаве нашел пулемет. Больше в деревне никто не живет. Так, ну что, красавец, хочешь приобрести какую-нибудь мужскую игрушку? Ну, давай поглядим.
Так, ну мужских игрушек-то тут хватает. Вампир. Не, вампира не хочу брать. Вот гранат бы у тебя взять, девушка. Так, и кстати. Давайте-ка. Вот так вот. Гранат возьмем. А, вот это. Вот так вот. И, соответственно, самому себе тоже еще ну, парочку возьму, да. Ну, как-то так. Ай! Вах-вах-вах. Че я не сделал, а? Че я не сделал? Че я не сделал? Я, конечно же, я не заобгадил штаны для демона. Так, а че, кстати, демона, если мы забираем, то его сразу же можно переодеть, или его все равно в город надо будет тащить. Так, че по времени у нас? По времени у нас как бы впритык, поэтому, к сожалению, сегодня попробуем. Так, модифицировать предмет для персонажа. Кабан. Все. Так. Штаны за 1200 монет. Ну и все. Так, все, чудно. А кто у нас там? Угрюмый самый шустрый, даже паренек. Угрюмый, давай, шустри сюда. Немножко деньжат. Восприятие 6, интеллект 6. А, восприятие 4. Это за счет того, что день, да? И да, кстати, абсолютно правильно Стэнли мне подсказал, что огненный шквал — это пистолеты, пулеметы, это не то, что нам нужно. Вот, убить Билла не имеет смысла брать, потому что катана, китайский меч нам уже не нужны. Можно взять полный П. Или здесь вот один за всех и все за одного, или броненосца. Тоже ништяк. Броненосец увеличивает скорость бега персонажа, одетого в тяжелую броню. Я черт его знаю, а полный П что дает? Подвижность персонажа в бронекостюме — полный П. Ну, черт его знает. С другой стороны, хочется вот это открыть, посмотреть. 4, 5, 6 даже есть. Поэтому я пока подожду, наверное. Ну и здесь то же самое, да. Смысл брать двоечку. Тут хирурга я бы взял, но, блин. Во-первых, тройки пойдут. Во-вторых, так. Здесь хрен, что мы нормального возьмем, потому что острое лезвие уже не канает. Это тоже. Ну вот. Проканало бы в тылу врага. Но он у нас снайпер, поэтому хрен ли ему в тыл лезть. Да? Так, ну пока я тут разглагольствовал, Угрюмый таки добежал до места назначения. Угрюмый, здравствуй. Так, понесешь шмотки для нашего парня. Так, и кстати, что тут с этим нормально? 5, 3. Так, домка отсюда скинем. Домка к Кюгеру. Так, подожди. И кабану можно. Нет, у кабана 5, вот у этого 3, да. Вот так вот. Значит, что здесь все вроде как хорошо. Патронов сейчас подсоберем. Так, и что? Кольчуга стальная. Каноливая, что ли? Я что-то не помню, когда я все это. А, нет, я еще не все зачинил. Так, Угрюмый тащит кольчугу. Эту кольчугу тогда можно продать, что я парю. И штаны. Так, каска арийская. Блин, ну ладно, черт с ним, модифицированный вариант скинем. Так, я так думаю, что это как раз пойдет. Кстати. Сундука. Так, гранат хватает, лечки вроде бы есть, акселератор есть. Это для квеста, это для нашего друга. Угрюмый забирает. И, кстати, бухло тоже забирает, и вот это тоже забирает. Что еще? Ладно, Крюгер сейчас отчинит. Так, бежим сюда. Мы сначала
возьмем демона, а потом уже по квесту начнем двигаться. Так, нормальные ботики возьмем. Ну, вообще, по идее, можно взять один пулемет какой-нибудь. Или хотя бы вот эту херобобину. Давайте вот так вот возьмем, что это. Модифицированный вариант продадим. Так, ну и тогда вот эти патроны для нашего друга. Все. По-моему, все. Так, здесь у него патронов 100, 200, 270. Сейчас. А, да, вот. Цепуру нормальную. Че же он как лох-то будет бегать? Ну да. Все. Так. Ботинки есть, каска есть, это есть, штаны есть, все нормально. Чего не хватает, так это не хватает у нас для паренька одной простой штуки. Это, походу это будет кираса, да? Ну, если что-нибудь там есть такое. Есть же там. Мужик, есть же у тебя в продаже кирасы там? Или что получше, может, завезли? Вот. Давай кабан, шустри. Ну, кстати, действительно шустрить начал. Да, есть кираса. Ой, стоп. Стоять бояться, ремонт. Ремонтируем абсолютно все. Вот сейчас. Так. Это для. Подожди. Да. Вот так. Вроде как все, да? Вы же, ребята, все. Чики-пуки. Так, ну, ага, нет, не так, подожди. Вот так вот, продаем. 2 миллиона у нас есть, кстати, на 2 укола уже хватает нам. Две характеристики повысить для одного персонажа можем. Так, ну и ты у нас самый такой мазевый мальчишка, будешь вот с вот этой штукой бегать. Все? Все? Все, все. А, да, вот эту вот. Вот эту хрень надо продать. Все. Ну, ящики с бухлом. Ну, я даже не думаю, что имеет смысл зайти их прямо сейчас тут отдать. Так, давай ты, друг, тогда любезный, наверное, бухло назад скинь. Че мы его с собой таскать будем? Но лучше потом. О, да, и, кстати, клопомор тоже туда же. Что-то плохо, что я не сразу соображаю, что тут как. Ну, все. Карта, а не так, Евлампий нужен, батюшка Евлампий, все чудно. Так, немножко чайку хлебануть. Так, кабан у нас наиболее убедительный персонаж в этом отношении. Здорово, батюшка. Вообще надо попробовать, кстати, вынести смотрящих хотя бы с одного района города, если на этом игра не закончится, я думаю, что тогда можно устроить настоящую жесткую чистку. Вот. Ну так, чтобы заходишь на локацию и не отвлекаться, кто не под ногами рыщет тут. Чисто обнести всех, расстрелять, намародерить и сдать торговцу. Вполне себе вариант. А потом им торговца в этом же районе ушатать, ибо что туда мотаться, там уже никто не живет. Ну, как-нибудь. Ладно. Перед тобой человек, одетый в черную рясу до пят, лицо закрыто капюшоном, на груди массивный крест с черепом и костями. Во имя Отца, Сына, Духа и Брата Святого Кондрата, что привело тебя ко мне, дитя заблудшее, хочешь ли ты причаститься? Слышь, батюшка, тут у нас один товарищ под расстрел идет. Очень просит его благословить, или как там это у вас называется. В общем, поп нужен. Ты как? Нельзя умирать без покаяния. В каком застенке дитя томится? Желтые его осудили, али белые? В городе Кройцвайсбрук. Так это ж дитя не мой приход. А там на юге вообще никакого прихода нет. Что ж делать-то? Думает несколько секунд. Пожертвуй на постройку нового храма, дитя. 2000. Да не вопрос. Держи, идем. Ну и правда, мы идем. Все окей. Все нормальдос. Так.
Так, это что? Ну, наверное, как... А, стоп, ребята, окей, подожди. Откуда тут входят? Вот отсюда же, да? Чё, мальчуганы, бегом. Рийский офицер часовой. Так, предлагаю еще раз сохраниться. Угу. Берта? Большая Берта? Ух ты, мать моя женщина. Так, ну, насколько я понимаю, опять же, вот сюда идем, да? Че, а мы что, всей губкой идем? Или что? Ну, ладно, идем губкой, так губкой. Так, Карл Остер. Че хотел? Кивнуть на батюшку Евлампия. Да вот, надо бы нашему дружбану-демону покаяться перед казнью лютой. Привели священника. Вот этого Кондратамана. На всякий случай сообщаю, Кондратаманов здесь сильно не любят. Они тут пытаются миссионерскую деятельность разворачивать. А завершается все пьянством, бесчинством и мужеложеством. Ну не может же он без покаяния сгинуть. Огласите условия. 500 монет и пусть проходит. Ну ладно, отдадим. Мутант, твою мутную душонку пришли описывать. Оставь нас наедине с батюшкой. Я про свои грехи буду рассказывать только ему. Великий смысл в словах этих. Тайна исповеди священна. У вас 2 минуты на священнодействие. Время пошло. 2 минуты на священнодействие. Нормально. Исповедуйся, сын мой, и да примет тебя Кондратий в объятия свои. Святой отец, дозвольте сперва ручку поцеловать. От вас сияние исходит. Охрана! Заключенному плохо! Мать твою! Хвала Кондратию! На наш век идиотов хватит! Угу. Ну вот, почти все в строю. Только Хартмана нет. Демон, что расскажешь? Чё вам сказать, парни? Рад всех видеть, особенно тебя, Угрюмченко. Я тогда думал, намотали арийцы твои кишки на штык. Вчетвером мы по этой планетке паровым катком пройдемся. Живые позавидуют мертвым, еще бы Хартмана отыскать. Угрюмый Угрюма, что будем делать с этим гадом, когда найдем? Заставим обучать тебя строевому шагу 3 часа кряду, как в учебке было. Весело посмеяться за дурной шутки демона, глядя на хмурого и насупившегося Угрюмого. Демон обращается к тебе. Челнок-то обнаружили? Скоро обнаружим. Ты лучше расскажи, где сам был, что видел. Как говорится, любая информация может оказаться полезной. Я тут однажды из арийского застенка убежал. Долго бегал, пока во сне не скрутили. Уроды. Нашел кое-что любопытное, могу рассказать. Давай, надеюсь, там будет возможность чем-нибудь поживиться. Тебя обмундируем, да и нам самим не помешает амуницию обновить. Возможность будет, тычет пальцем в карту. Вот здесь, не поверите, братва, полный лагерь баб. Охраняется арийцами. Что там у них? Тайный лесной бордель? Или гарем канцлера? Мне непонятно, есть смысл уточнить, подмигивает. Только лучше иметь не только орудие в штанах, но и орудие в руках. Хорошая наводка, удружил, так удружил, тоже подмигнуть. Ведет пальцем, указывает другую точку. Здесь не грильное кладбище, в могилах я не копался. Но любопытство ради можно и проверить, что негры пытаются унести с собой в лучший мир.
Главное, самим туда не попасть, так что предлагаю взять дробовики. Хе-хе-хе. Да у них, судя по тем неграм, которых я встречал, и в этом мире мало что есть. Но если ты советуешь, заглянем, конечно. Опять тычет пальцем в карту. Тут плантация растения какого-то. Похоже на табак. Табака я на планете до этого не видел ни разу. Он тут в жестком дефиците, наверное. Поэтому вокруг плантации здоровенное минное поле. Не удивлюсь, если охраняется злыми людьми. К табачной экспедиции имеет смысл подготовиться как следует. Да уж. Переводит палец в другую точку. А здесь старая заброшенная шахта в горах. Ржавые рельсы, какой-то подгаусс. Но место это плотно охраняется непонятными людьми. Чую, замышляют они что-то. Все вооружены. Если соберемся к ним в гости, потребуются весомые аргументы. Лучше из пороха и свинца. Место явно интересное. Так, надо проверить. Ну что ж, давайте по этим точкам пробежимся, а то добрый я какой-то становлюсь. Даже набожные. Особенно после общения с батюшкой Евлампием, царствие ему небесное. Выдвигаемся. Ну и на самом деле, как бы, угрюмый лучший друг демона. Давай-ка, дружище, приведем тебя в божий вид. Вот, и станешь ты похож на придурка, но зато с автоматом и с патронами. Да, цепуру одень, только как лох ходишь. Так. Так, ну и сейчас заглянем, что у демона там интересного есть. Так, сортируемся. Ага. Так, давайте-ка ему вот так вот еще гостинчиков зашлем. Наверное, вот так будет лучше. Так, и, ребят, смотрим, что у нас у демона по характеристикам. Ловкость рук нулевая, метательная, рукопашный бой. Так он у нас метатель, ядрит Мадрид. Имперского оружия нету, тяжелое оружие 90, херовенько. Так, что с восприятием? Четверка. И это хрен, только себе под ноги стрелять может. Пора брать коня за рога. Так. Тогда все гранаты этому кенту, раз уж он у нас кидает хорошо. Так, ну и чё? Ну, первое, что нужно будет сделать, это, видимо, взять ботаник или молотов. А вот здесь я даже сомневаюсь. Навык метания гранат. Молотов бы подошел. Так, ладно, чё тут козырь? Козырь это чё? Бластер. Штурмовой бластер. Рейлган. Не, рельсу надо давать Крюгеру и Кабану. Штурмовой бластер, наверное, да? Имперской до сотки докачаем. Давайте. Козырь это просто, по-моему, пистолетик, да? Такой. Тогда возьмем тузик ему. Чё подарок? Подствольный гранатомет, снайпер или прицельная очередь. Ну что, тогда прицельную очередь надо брать. Так, стоп. Ну да, ему надо, короче, силы у него хватает. Ему надо будет, короче, пулемет давать и прицельную очередь. Ну и все. А тут хер ли толку выбирать. Это ни о чем. Кулибин хакер. Ну вот как-то прицельную очередь и это все. Окей. Зато уклонение ядрит Мадрид, а? С ракет. Прям с ходов. Так, ну чё? Ребята, давайте-ка посмотрим. Ну, сюда мы потом еще проберемся. Вопросов ноль. Значит, что? Степное зверье, кубло слизняков,
оазис и жаркие тропики. Здесь еще кладбище негров, заброшенная шахта, табачная плантация и лагерь с женщинами. Так, а нам нужно вернуться к в Момбаса, по-моему, да? В Момбаса же требовалось привезти будильник. По-моему, да. Сейчас будильник отдадим. Так, что тут? Или не здесь? Подождите, нет, не, наверное, не здесь. А где? Дзиньту, академик, Помпасова, Помпасова. Да ядрит Мадрид, я в упор не помню, где там. Помпасова. Короче, туплю. Так, Ю-Ю нам нужен, да? Сейчас, кстати. Странно. Нам нужен чувак по кличке Ю-Ю. По-моему, в Момбасе он находится. Или где? Сейчас буду рыскать опять по всем этим точкам, бляха. Пока найду. Ладно, сейчас. Сейчас что-нибудь придумаем, ребят. Не помню. Или Дзиньту, или где? Дзиньту, наверное, да, торговец. У тебя что? А, ну вот, кстати, торговец, давай. Возьмем-ка мы у тебя, наверное, ловкача и акселератор еще возьмем. Все, раз такое дело. И, кстати, тебе не нужны кондратаманские причиндалы? Ну, как-то вот так. Все. Значится, ну, черт его знает, где мы вообще? Жилище академика нет. Момбаса или Дзиньту? Ну, в Дзиньту где-то. Черт бы его побрал. Нам нужно чучело страуса забрать. По-моему, это вот здесь вот находится, нет? Блять, да задрал. Демон. Ты чё такой демон? Всё. Вот же штупняк-то. Или вот здесь вот. По-моему, вот здесь Ю. Мастер Ю. Или Ю-Ю как-то его. Вот здесь вот. По-моему, он. Так, ну и надо еще как-то вот. Надо потратить как вечерок, наверное. Пробежать по карманам у ребят, протырить немножко. Вот тут разгон в тысячах просто. Да, вот Ю-Ю. Ю-Ю, очень лад опять тебя видеть, господина. Помози с моему горю, купи что-нибудь. Позже куплю. Так, стоп, это не у него. Помпасова, Момбаса. Да ё-моё, я в упор не помню. А где там? По-моему, вот здесь, в Момбаса, да? Так, это Кирпикли. Ганжа-ферма. Да, вот, кстати, где-то рядом с ганжа-фермой. Вот здесь, что ли? Тут же чувак был, по-моему, да? Что-то я ни хрена не помню. Так, нет, стоять бояться.
Короче, я в очередной раз туплю жилище академика, может, у академика. Чё, почему не сохраняется эта хренобобина-то? Так. Может, вот здесь вот? Нет. Или здесь? Так, бежим сюда. Короче, сейчас найдем. Тяжело и муторно, но сейчас найдем. Почему-то в журнале пропал этот самый журнал игры. Шаман Мамбаса. Блять, в Мамбаса надо было идти. Да, Мамбаса. А, черт, вот я туплю-то. Так мы только что в Мамбаса были и не было там никого. Что за бред? Или, короче, вариант, что это проходится после того, как мы пройдем квесты демона. Так. Походу, квесты демона надо пройти. Короче, ребят, не буду больше задерживаться на этом вопросе, да. Сейчас на центральную площадь выйдем. Здесь сделаю сохраненочку, и в любом случае по времени у меня уже не получается. Я думал продолжить квесты, но если дальше все завязано на прохождение боевых заданий демона, то тогда встретимся, видимо, на боевых заданиях в следующий раз. Вот, и, ну, если я ничего не путаю, наверное, все-таки так вот это сделано. То есть точно так же, как Чернышу мы не могли попасть, пока не выполним квесты. Скорее всего, и здесь точно так же. Поэтому, если вдруг чего-то напутал, можете написать в комментах, если все было правильно сделано, если я как бы думаю, что вот от квестов зависит, от боевых демонских, то тогда нужно будет демона вторить в нормальную броньку, это нам опять Кройцвайсбург, ну и возможно в Кройцвайсбурге еще повыполняем квесты. Ой, это единственное средство. Да, спасибо, победы. Кабан, что ты меня перебиваешь. Вот, повыполняем там еще квесты, наверное, да. А на этом, на текущий момент, ребят, все, ну, на 27-ю сохраненочку зафигачу. Вот, всем огромное спасибо, что смотрите, что комментируете. Я действительно очень признателен, особенно активные комментарии от Стэнли, помогает изо всех сил, мне очень радостно, надеюсь, я не сильно его разочаровываю, да и остальных тоже, вот, не хотелось бы лажать на прохождение этой игры, уходя, ну, а на этом всем огромное спасибо, пока-пока.